Давайте посмотрим, как нам построить график линий уровней. Значит, подключили мы пакеты plots, выбрали pyplot как backend. В принципе, вы можете другой backend выбрать. Никто не против. Значит, зададим точки x, y. Это у нас будет наша плоскость. И на этой плоскости построим вот такую вот функцию. Выглядит она достаточно забавно. Вот с кучей пиков. Иногда очень, ну, трехмерное вообще воспринимается в отчетах и докладах не очень хорошо. Оно красиво выглядит, несомненно, но когда мы пытаемся понять, как ведет себя функция, мы видим, что передние пики прикрывают поведение задних и так далее. Для того, чтобы нам показать поведение функции трехмерной, мы делаем проекцию на плоскость x, y, и цветами передаем значение функции по z. Это получаются линии уровня. Вот такого типа графики. Если вы вспомните, в школе у вас была работа с картами. Вот на картах линиями уровня передается высота местности. Ну, мы видим, что сделалось график, получился с помощью функции контур. А в принципе, контур создает некую структуру, которую мы можем вызвать в функции plot. То есть можно или какие-то действия с ней сделать, ну, а можно просто отрабатывать контур. Вот тут мы вызов через функцию plot сделали, и дополнительно мы не просто контурное изображение оставим, но и зальем их краской. Вот так вот. Вот тут показано. Но тут нулевое значение, видите, оно темное. Видите? Ну и вот мы получили вот такую цветную. Не знаю, кому как больше нравится, но можно и такое. Я думаю, что для работы лучше контурная, а для презентации, для руководства, ну, вот хорошо вот такое цветное. Они любят цветастые такие всякие картинки.